Это прям какой-то гиперреализм в текстурах зомби. Настройка мода происходит у нас в настройках игры. Вкладка Zombies of Dimension. Можно настраивать детально здоровье, скорость зомби, а также их рейтинг спавна. Ну или же можно посмотреть уже действующие параметры их здоровья, скорости и спавна. Стандартные рядовые зомби делятся у нас на 4 группы. Это ползуны, уникальные, толстые, а также и худые. Зомби, который еще не вышел, но ему предстоит выйти. Данный вид постоянно испускает ядовитый туман. Не позволяйте вашему персонажу контактировать с ядовитым туманом, иначе вы будете терять 6 хп каждую секунду. Когда мы атакуем огра, есть вероятность в 40%, что каждые 3 секунды мы получим урон, вызывающий снижение здоровья на 3 единицы. У гуна 40% вероятность вызвать землетрясение при атаке. Кулдаун 4 секунды. Каждые 4 секунды существует 50% вероятность провести атаку с шипами. Каждая атака шипами снижает здоровье на 3 единицы. Нападение на взрываку с вероятностью 30% может привести к самоподрыву. Когда взрывака самоуничтожится, зомби, находящиеся поблизости, также погибают. Кричит каждые 10 секунд, сообщая твое местоположение всем зомби в радиусе 100 клеток. Неприятный крик, который мы также можем услышать. Так что ее мы никак не спутаем. Видит игрока и идет в его направлении, постепенно набирая скорость, а в конце уже мчится на полной скорости, дабы сожрать его. Если вам интересны сюжетные короткометражки по Project Zomboid, то переходите на левое видео. Если же вам интересны приколы, то на правое. Хотите быть в дружной банде? Переходите в мой Discord сервер, а хотите поддержать автора? Залетайте на мой Boosty.